попал ко мне на кухню. Вот такой вот шедевральный шоколадный тортик, который нужно доделать, так сказать. В общем, открыла я пачечку, там внутри смесь. Как здесь я подозреваю, сахарная пудра. И посмотрим, что из этого смеси и добавок моих получится. Вам интересно? Погнали! 5 яиц. Вот такого размера. Щепотка соли. Грамм 100 сахара. Короче, полстакана. Туда же. И все хорошо взбиваем. Включили духовку на 180. Пусть нагревается. Делаем заготовку формы для выпечки. У меня пергамент на дне. По бокам ничего нигде не смазываем. Взбитую яичную смесь добавляем постепенно. Это вот смесь. И на медленных оборотах ее взбиваем. Перемешали и добавим грамм 50 растительного масла. Вот такая вышла масса по консистенции. При желании можно добавить еще 2 яйца, взбить их отдельно и влить, чтобы была она нежнее. Но я хочу оставить ее такой. Вылили форму, разровняли и ставим запекаться до готовности. Проверяем зубочисткой или каким-нибудь острым предметом. Берем стакан мерочный. Венчик, несквик, молоко и сгущенку. И будем делать из этого пропитку для нашего пирога, бисквита. Несквика у меня ушло где-то 3-4 ложки. В общем, 2 вот таких огромных я насыпала с горой, еще высыпалась. Теперь сюда мы вольем молоко, стакан. И я добавлю еще полстакана и полстакана сгущенки. В бисквите делаем множество проколов и будем заливать нашей пропиткой. И оставлять в форме. Кстати, сейчас на данный момент он горячий. Вот так мгновенно оно все впитывается. Но мы его оставляем в сторонку. Пусть оно еще немножко постоит, напитается около часа. Вот такой вот торт. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот гляньте, какой он нежный, сочный. Получился с шоколадной пропиткой. Он очень распадается, очень-очень нежный. Смотрите. Но вкус у него нереально шоколадный. Вот если хотите, пробуйте. Аж даже горький. Это получается у меня идет шоколадный бисквит с шоколадной пропиткой.